вообще не суть разговора, меня не касается. Мне на это насрать. Ну да. Я не про Китай говорю, я просто вообще говорю, что это как бы, да. Ну и что там, все мужики начнут работать, что ли? Все разведутся по лабораториям всего мира, что ли? Все начнут, Но это всего лишь предположение, никто этого не знает. Суть разговора, да, просто, да. Ну я тебе просто вот говорю, давай не будем сейчас чужие общества брать, где ты не знаешь. Представь себе, что вот в наше время, прямо сейчас, вот в нашей стране, там, где ты работаешь, все женщины исчезли с рабочих мест. Все, остались только мужики. Во-первых, половина осталась, правильно ты понимаешь, это еще меньше. Во-вторых, они сразу, мужики такие, да пошли нахер, вот так вот, и все, да. То есть это дело вообще, этого дела не будем, это вообще не имеет вообще никакого смысла, ни значения, ничего, все, понимаешь? И уже через, да, она поняла тебя, наоборот. Это тебе только кажется, что женщины вернулись на рабочее место. Ну, потому что для тебя быть мужиком, это значит быть военным. Ну, да, она понимает. Потому что тебе сложно это представить, потому что ты выражешь, да, долгий раз. Ну, вот этого не имею в виду, да. Ну, да, ну, вот это имел. Ну, да, болезнь стерилизации. Ну, и что, ты долго будешь скидывать? Ну, ладно, примерчик, короче, ладно, здорово. Не ладно. Я просто тебе говорю, что... Это точно так. Ну, наверное, да, постепенно как-то, да. Если женщины были бы, если бы твоя мама была беззлобная, понимаешь? Да, то есть, как бы, и не я ж мать, а нормально человечная она была бы, если, да? То, как бы, да, ты бы намного был бы хорошим, лучшим человеком для самого себя, наверное, да, понимаешь? То есть, как минимум, да. Да, понимаю, то есть, как бы, я тебе говорю, если у них, ну, это долгий разговор, я тебе просто, я не религиозный человек, я тебе еще раз говорю. Я тебе просто эти слова использую, которые ты можешь, как бы, так сказать, да. Ну, он тебя понял уже просто, да. И вот когда ты мне покажешь Бога и скажешь, давайте с ним здороваться, вот это Бог, и, а если это Бог, значит, отсюда, следовательно говоря, это и так далее, да? Вот тогда мы с тобой будем говорить, понимаешь? То есть, как бы, или, хорошо, это некая сущность, покажи ее всем. Не надо тогда, все, она эфемерная, она вот так вот плавает в воздухе, пусть она будет, всем покажи. Чтобы все ее, ну почему ее видишь только ты? А те, кому таблетку дали, они ее уже не видят, или наоборот, кому-то, да, понимают. Наоборот только, да. То есть, ну да, давай не будем, короче. То есть этого как бы, если бы это было, то сразу же бы в Африке бы все знали про Бога, что вот есть Бог и все. Понимают. Ну, долгий разговор просто, да. Я тебе объясняю, что да, ну, вся и говорит, это говорит, нет, да. Ну это на себе так думаю, да. Мне это не интересно, я тебе про простую вещь говорю. Что, да, опять меня достал уже просто. Что можно работать, и что работа, она в обратную сторону от этих трех вещей, понимаешь? То есть, и постоянно ты будешь вынужден делать выбор на рабочем месте. Ты будешь за политиков, или ты будешь за себя. Ты будешь за род людской, квази, как бы за род людской, или ты будешь за себя. Ты будешь за там... какие-то за правоту, что там он, на себе я так посмотрел, ты будешь за, как бы, за добро там какое-то, да, или ты будешь за себя, да, понимаешь, вот, как мужчина, у тебя нет другого выбора, только быть за себя, да, или ты будешь пассивно смиряться и такой, да, ладно, что скажешь, такой, да, ну, это на себя так, да. Я говорю, что... Ну, это другое уже, да. Я не репортер и не политик, и как бы... Они мне даже не пытались деньги платить, как бы, если тебе это интересно, да. И я не напрашиваю, это нахер не удалось. Нет, там это для... Ну, как бы, да. То есть, если кто-то будет деньги платить, я даже не буду знать, кто это будет. То есть, ну, обычно донации, как бы, да. Ну, как угодно, стартап, мне вообще насрать. Вот тебе такой счет плати или не плати, твои проблемы или мои, мне вообще насрать. Почему бы это? Нет, как бы, я же тоже, вот, то есть, кому, да, отвали, это вообще не, кас, это не касается сути разговора. Профессиональные навыки уже, да, то есть, если, ну, политика, ты понимаешь, чем дальше ты от политики, тем лучше, понимаешь? Да, то есть, это, ну, хорошо, это моя лишь гипотеза только.
Хорошо. Народ тупой, им нужен руководитель. А почему, с чего ты взял, что он тупой? И почему, что такое, кто такой народ? Нет никакого народа. Есть мужчины, женщины, есть мужики, бабы, говорит, народ. У всех своя голова есть на плечах. Это ваша версия. Это просто вы недоумки. Меня это не касается. Ты свою, ну и как ты будешь свою жизнь, как ты будешь свое дело делать? Как и дальше, что, понимаешь? Это просто долгий мужской разговор. Я тебе говорю, вот, а вот ты недостоин своего мира, короче, да. Да, да, понимаю. Ты слабак, сам себя проиграл, свои же тупости, свои же бесед, понимают. Да. Можешь скинуть на свою мать, на свою пать, на кого угодно, да, да, понимаю. Да. Но это как бы холодная мужская, да. Миру без разницы, смотри, таракан выполз. Меня просто так отец воспитал, его раздавили. Все, факт уже, все, точка. Как бы, это уже, все. Аллах его покарал за это, или как там, кто угодно, да, понимает. Ну, посяда, говорит, ну, как там, нет, я не религиозный, я тебе просто объясняю. Если есть, да, да, ну, нету, потому что такого. Популяция, ну, нету такого. Просто он тупой был, понимаете? Он сам себя покарал, потому что у него было, ну она поняла тебя просто. Долгий разговор, я тебе просто объясняю, что да, 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 и ты, да, и там тебе то же самое скажут. Ты прислушайся, те, кто занимаются религией, которые на уровне как бы того, что они им вообще на все насрать, они уходят полностью в религию. Ну, как типа старцы, но это все настолько устарело, что она уже вообще никуда не катит. Я тебе просто, нет, я тебе просто говорю про то, что те, которые вынуждены считаться с этой реальностью, да, понимаешь, большинство, вот они тебе то же самое скажут, что надо жить, как бы, ну, ты имеешь в виду тех старцев, которые все уже убежали там куда-нибудь, на фон, на галлонофон, там, еще на томофон, да, не знаю, да, и типа такие там это сидят, что-то там размышляют там себе, да. Нет, это... Да, на себе так думал, потому что, да, не имеешь права, как бы, это не надо, я тебе, да, он про себя так думает просто, да. Нет, это все вранье, потому что это все женские качества, мужское, то есть это против всей популяции начинает с тебя самого. Просто они тебе сами же скажут, в любой монастырь ты придешь, тебя оттуда начнут, ну как бы, да, это, ну, нет, это я тебе не про это говорю, я тебе про православное именно говорю, потому что ты приходишь туда сначала послушником или каким-то, да, либо приходишь туда, то есть тебя никто туда, во-вторых, не пустит, а, во-первых, тебя тут просто будут гнать оттуда, понимаешь, да, потому что, ну, ты как бы, да, да, ну, вот это на меня, потому что ты плохой, нет, потому что, а таких нету, что ли, монастырей, а, все этого давно уже, да, понимаю, это, то есть как бы такого нету, что ли, да? Ну, а, нет, я имею в виду, если ты придешь туда как монах, начнешь туда есть, типа, какая-то, да, монашескую жизнь, да. Нет, если ты просто так придешь туда, это понятно там, где. Я тебе не то, что ты придешь как человек, который будет религией за ним, да. Который там это самое, типа, отреченный там, бла-бла-бла. Да. Потому что ты не имеешь права жить. Как бы как против своей собственной жизни, против своей собственной судьбы, против рода людского. Понимаешь? То есть, как бы, да, то есть, я тебе так скажу, оправданий вообще нету, если ты мужчина, и тем более, если ты женщина. То есть, ну, нету оправданий, нарабатывай. Ну, беремей потихоньку как-то, уж не знаю. Как говорится, да, одобряй этот мир как-нибудь, да. Себя, так скажем, с собой вместе, да, понимаю, да. То есть, как бы, да. Да, то есть это просто болезнь. Это мужики придумали, чтобы жизнь не жить. Это не важно, хорошо, когда это было хорошо. Ну, как историку это может быть интересно. Но, да. Но, то есть, ну, и смиряйся тогда с этим, да. То есть, ты зачем с этим смиряешься-то? Ну, да, то есть, ну, переформулируй по-другому тогда, значит. Ну, это долгий разговор, хватит уже, блин. Я просто тебе объясняю, что да. Да. А как лучше? А у них не было этих знаний. У них тогда не было этих знаний, понимаешь? Да, понимаешь? Как ми, много чего можно сказать, понимаешь? То есть как бы да. Ну, наверное, да. Ты мужик, да. Хорошо, ты меня не послушаешь, но ты все равно приткнешься, да. Вот я тебе говорю, вот эти три штуки, это как ориентир просто, лакмусовая бумажка. Если ты начинаешь, как бы в эту сторону тебя клонит, значит ты падаль, понимаешь? То есть, как бы, ну, то есть можешь...